Добрый день, дорогие друзья, с вами канал «Одна Австралия», я Александр Петров и нахожусь в чудесном месте, это где-то метров 800 от железнодорожного полотна, электричка, которая ходит с Ричмонда на Сити, на Сити оф Сидней, и, соответственно, станция Виндзор как раз где-то метров 800 отсюда, и такой парк, вот вы можете видеть сзади, дорога Джордж-стрит, это, ну, в принципе, главная улица, которая есть в Виндзоре. И, соответственно, сколько раз ездил, но ни разу вот здесь, вот в парке не сидел. Смотрю, вот здесь хорошие таунхаусы сдают или продают. Я думаю, сдают. Очень новый и детский садик здесь недалеко. Я думаю, что вот поэтому здесь достаточно дешево, потому что, ну, немножко шумное место, детский садик, но в принципе для людей, которые, ребята, работают, детский садик не проблема, потому что он же вечернее, ночное время закрыт, правильно? Вот, соответственно, это очень удобное место для жизни, но я не хотел, не об этом хотел вам сказать. Я хотел вам сказать о том, какие бывают люди, которые дают вам информацию, кто является властителем ваших дум, если хотите, кого вы смотрите в Австралии и что вы смотрите. Дело в том, что сейчас я заметил, что очень многие блогеры находятся своего рода на перепутье, они не понимают, что вам надо. А я думаю, проблема многих блогеров в том, что они хотят вам польстить. Изначально надо не польстить вам, а необходимо найти ту аудиторию, ради которой ты делаешь свои видео. Таким людям, как я, достаточно просто, потому что, понятно, я образовательный агент, понятно, что у меня абсолютно устоявшиеся какие-то взгляды, и, в общем-то, я не гонюсь за большим количеством зрителей, просто потому что аудитория должна быть целевая, а те люди, которые хотят эмигрировать в Австралию, это, ну, скажем так, если не единицы, то это достаточно большое количество тысяч, а те люди, которые хотят связать это с образованием в Австралии, их и то, наверное, меньше, чем 1000 или, может быть, 2000 на всем постсоветском пространстве и тех людей, которые говорят по-русски. Может быть, я утрирую, может быть, все-таки побольше, но я думаю, я не ошибусь, если скажу, что максимум 10 тысяч человек — это то, что я могу набрать в виде целевой аудитории, только увеличит, ну, в два раза количество моих зрителей. Но даже то количество людей, которые есть, даже если бы мы не использовали каналы как источник появления новых студентов, то для меня было бы это важно, чтобы только показать людям, рассказать о каких-то тонкостях подачи на визу, тонкостях обучения в Австралии. То есть фактически для нескольких сотен человек, которые реально интересуются приездом сюда. Вот простой пример. Возьмем, допустим, очень популярный в свое время Australian Headhunters форум наш, который преподал долго жить, и новый форум. Посмотрите, активность на форуме, она практически зависит от того, какая конкретная помощь людям будет оказана. Какие мы сможем сделать для человека плюсы, чтобы он побыл на этом форуме, побывал на этом форуме и был на этом форуме постоянно, и, соответственно, получал нужную ему информацию и поддержку. И сразу мы видим взлет популярности форума. Может быть, это 10, 20, 30 человек, но это люди, которые реально составляют наш костяк. Я вас уверяю, что если они почувствуют пользу и постоянно будут обмениваться информацией, и, соответственно, эта польза будет увеличиваться, популярность форума будет намного выше. Не будет очень много людей, но это будут очень активные зрители и подписчики, если хотите. Более того, те люди, которые говорят, что они раздосадованы непопулярностью своих каналов, и те, которые не говорят это, но это объективно, и они прекратили свою деятельность, и уже месяцами они не выходят в эфир, говорит о том, что они ничего не могут дать людям. Они, те люди, которые задумываются о том, чтобы дать, это одни люди, а те люди, которые пытаются делать видео и понимают, что это просто пшик, вот, эти люди уходят, и
Поэтому те люди, которые хотят нам давать, донести вам, нам какую-то информацию, они должны ориентироваться на то, что нам надо. Но мы, это люди, которые порой сами не понимаем, что мы хотим, и наши желания не встречают желания наших ютуберов. То есть, предположим, я могу сделать ролики, в которых будет очень много природы, будет высокое качество, будет, допустим, масштабная съемка, будет съемка под водой свысока, будет специальная съемка, допустим, в полете. Это приведет мне достаточно большое количество людей, которые просто интересуются Австралией, но совершенно не интересуются миграцией сюда. И людей, которые интересуются какими-то специальными вещами. Вот простой пример. Мне написал человек в Инстаграме, который сказал, меня, собственно говоря, не интересует ни эмиграция, ни обучение в Австралии. Вообще Австралия не интересует. Но мужик говорит, каким образом ты сделал, что в течение 5 лет у тебя так погустела твоя шевелюра? Вот видите, то есть если раскрутить эту тему и если объяснить людям, как это происходит, что делается без всяких там хирургии и прочего там издевательства над человеком, то, наверное, я гораздо больше наберу аудитории, чем я набираю со своей миграцией или обучением в Австралию. Соответственно, те ютуберы, которые хотят больше аудитории, они должны понимать, что они собираются делать. Гоняться за аудиторией ради аудитории, рассказывая об Австралии, ты можешь, 100-150 тысяч человек, ты не наберешь значительного количества людей. Если ты хочешь быть каким-то супер-ютубером, у тебя много людей, и все они заинтересованы, ты поставил ролик, у тебя 150 тысяч подписчиков, послезавтра у тебя 120-130 тысяч каких-то просмотров и 50-70 тысяч лайков и ни одного дизлайка. Ну, типа, такой вот оптимум. Но вопрос, а тебе-то что с этого? Если ты хочешь работать с какой-то партнеркой, там, делать на этом деньги, сразу у меня, в общем-то, много вопросов. Я не очень люблю этот вид бизнеса. Я не очень ценю людей, которые занимаются тем, что они партнерствует с какими-то ютубами и так далее. Если ты работаешь от какого-то бизнеса, каких-то образовательных агентов, миграционных агентов, то здесь совсем все плохо, потому что я не очень люблю, когда люди позиционируют себя какими-то независимыми ютуберами и при этом являются фактически субагентами. То есть такими же агентами, только начального этапа. Агентство разделяется на две части. Первое – это подготовка сырья, и второе – это конечная отделочная работа, которую ведет основной агент. Но это все равно агентская работа, и это все равно бизнес, и все равно ангажированность. Тогда уже лучше пускай ютубером выступает человек, который открыто является агентом. Ну, в принципе, как это делаю я. Или, допустим, я рекламирую того же самого Алексея Чехунова, потому что я считаю, что это мой друг, это человек, который лучше сделает дело для моих людей, да не для моих людей, чем любой другой человек. Но это не должно быть завязано на деньги. Здесь я отвлекся уже на то, что я считаю красивым, что некрасивым в человеческих отношениях, в бизнесе, в блогерстве и так далее. Но самое главное, вы ищете чего-то. Вы должны выбрать того блогера, того ютубера, того поставщика информации, который вам нужен именно для этой цели. Предположим, вы хотите видеть красоты Австралии, вот эти красивые цветки, вы должны, или хорошую рыбалку, например. Например, я люблю рыбалку, но я не являюсь профессионалом. В этом случае вам надо как-то раскрутить, растормошить для морской рыбалки Илью Лиса, допустим, а для речной рыбалки, допустим, Алексея Чекунова. И если они захотят сделать это профессионально и красочно, с использованием всех вот этих штучек и самой качественной техники, вы это получите. Я не понимаю вопрос, зачем вы это будете получать, потому что я понимаю, что что-то радует глаз, но, видимо, я еще не дорос до того, чтобы быть очарован картинами, допустим, ловли рыбы нахлыстом в низовьях Амазонки. Я не буду в Амазонке ни при каких условиях, даже если мне пообещают бесплатно билеты и много чего другое. Я просто туда не поеду, да и все. Меня это не должно интересовать.
Если вас интересует Австралия, зачем? Если ее хотите посетить, рыбалки и так далее, ну, вы знаете, есть рыбалка, все, вы едете к этому человеку, звоните Илья, давайте я привезу две бутылки самого классного коньяка, или что там Илья Лис любит, или Леша Чехунов, вот, ну, кстати, спросите, я вам скажу, что Леша могло бы понравиться, вот, соответственно, они вас водят на рыбалку и все. Вот эти красоты смотреть, я не понимаю. Не надо смотреть на красивых женщин, надо спать с красивыми женщинами. Ну, извините меня за такое сравнение, но все-таки. Вот. Что касается самих блогеров. Первое, ты должен понять, что ты хочешь. Вот ты, допустим, вот тебе действительно интересуют вот эти цветы. Вообще тебя интересует флора и фауна. Ты должен запастись специальным оборудованием. Ты должен наметить план действий. Ты должен посмотреть лучших специалистов в этом деле и отдать себя этому делу, в общем-то, достаточно рискованному даже для жизни, уж точно для кошелька. Вот. И ты должен себя посвятить, ты будешь лучшим, и у тебя будут огромные толпы людей, которым это нужно. Теперь давайте посмотрим на меня. Что мне надо? Мне нужны, первое, студенты, второе, их успех не только в том, что они отучились. Я просто хочу, чтобы у меня были люди вот лучше, чем у других, более успешные. Не в том дело, заработаю я там на каком-то прям 3, 2, 5 тысяч долларов, и чтобы это было в год, допустим, 60 тысяч, на следующий год 80 тысяч, потом аж 100, там, я не знаю, 150 тысяч. Мне это не самое главное. Мне главное, чтобы вот этот человек, опа, а он ведь станет, допустим, каким-то министром или членом парламента. Вот этот человек, он здорово поднимется в бизнесе. И то, что казалось бы невозможно, вот, допустим, взять Марину, супругу как раз Паши Гончарова, в абсолютно, как это называется, в абсолютном зажопинске человек сделал самый, как бы, most brilliant business, то есть поставил так дело, что стоят очереди на неделю вперед. Я очевидец, вместе с ней летел в самолете, я видел, что насколько она популярна. Вот это да, пусть это может быть какая-то там работа с ногтями, но это, знаете ли, что-то. Вот это профессионал. Я хотел бы, чтобы у меня были такие, если автомеханик, то чуть ли не со всей Австралии к этому автомеханику бежали. Вот мне это интересно. Я хочу, чтобы у меня был... Однажды мой ученик стал премьер-министром. Мне классно бы этого хотелось. И плевать, что он отучится всего лишь один год английского языка и потом подтвердит, я уже не буду ничего от этого иметь. Мне все равно. Этот человек пойдет вот вверх, 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 вверх. Мне нравится, что Юра с Леной, Валера с Наташей, Таня с Андреем уже купили недвижимость. Дома, свои дома. И, наверное, уже и продвинулись выплаты этих домов. Мне хочется этого видеть, понимаете? Соответственно, я должен генерировать людей, которые хотят эмигрировать в Австралию, желательно через обучение, но из-за того, что у меня сейчас есть Алексей Чехунов, да хрен с ним, с этим обучением. Если человек в действительности подтверждает свою квалификацию, подтверждает ее через Лешу, я рад. Я не знаю, какую-то работу найти этому человеку здесь. И человек тоже вырастет. Это уже в рамках нашей совместной вот этой вот мечты, этого проекта с Лешей. Этот человек выстрелит. Значит, мне нужны люди, которые хотят и могут поехать в Австралию. И для которых Австралия должна стать, пусть нашей помощью, должна стать лучшим местом для их жизни. Вот самое главное для меня. И под эту аудиторию я должен работать. Ведь, понимаете, идеально, чтобы это было всего лишь 1000 людей, но все 1000 это были вот эти люди. И я понимаю, что в реальной жизни ты просто разбрасываешь сеть, и в этой сети ты ловишь одну рыбку или две. Потом ты еще кидаешь сеть, и 10 раз кидаешь, но все-таки ловишь еще одну рыбку. И бизнес это, в общем-то, вот что это, а не... То, что вот в этом месте есть рыба, вот это место здесь огородил, а то просто забыл, плюнул и все. Нет, люди такие есть везде, и, к сожалению, моя задача все это охватить, а потом сгруппировать людей и сделать из этих людей
самых успешных иммигрантов в Австралию. Оптимально, конечно, чтобы все люди ехали только со мной на обучение, только с Алексеем на иммиграцию. Но понятное дело, что есть ниши, в которые нам никогда не попасть, есть ниши, которые нас никогда не будут интересовать. Ну, например, Леша тоже, наверное, мог бы сделать так, чтобы любой вот так вот человек у него становился беженцем. Но вы же поймите, что это твоя репутация, это ты будешь ниже плинтуса среди порядочных людей, если ты будешь этим заниматься. Соответственно, естественно, нельзя объять необъятное, как говорил Алексей Жемчужников устами, точнее, Козьма Прутков устами Жемчужникова, или наоборот, не знаю, как правильно сказать. Вот, в принципе, та правильная постановка ютуберства, постановка блогерства, постановка бизнеса вот в этой сфере, по крайней мере, я так считаю. Те люди, которые не знают, то ли им делать то ли другое, они просто хотят и рыбку съесть, и комфортно сесть, да? Соответственно, это желание сесть на двух стульях, которые расходятся, потому что один стул для одних людей, другой стул для других, и они не могут это объять, вот это их основная проблема. И у меня такой проблемы нет, потому что образование и миграция, они крепко связаны, поэтому если бы это было совершенно разное, я бы просто не занимался, наверное, иммиграцией, и в этом случае пришлось бы Алексею развивать очень сильно свой канал. А в данном случае, так как они связаны, мне просто надо в действительности больше предоставлять Алексею трибуны, и вы видите, всегда под всеми моими роликами идет обучение, идет иммиграция в Австралию, то есть вы всегда можете выбрать, что вам нужно, даже не обращать вообще к меня, сразу ко мне, а обращаться сразу к Алексею. То есть, слава богу, у меня такой проблемы не стоит, но когда есть ютубер и есть зритель, когда есть тот, кто дает информацию, кто ее получает, здесь должно быть соответствие между тем, что вы хотите человеку дать, и аудитория, чтобы она хотела именно это получать. Когда вы пытаетесь навязать слушателю то, что ему не надо, у вас будет результат такой. Вы закинете какие-то, допустим, видео, которые его интересуют. Например, какие-то очень классные ролики о рыбалке. Вы наберете достаточно большое количество людей, которые это увидят, особенно если вы умеете раскручивать свои вот эти вот ролики, именно специфические. Эти люди подпишутся и больше никогда не будут на вашем канале. Почему? Потому что они не отпишутся, они будут ждать вот этих особых уникальных роликов. Я вас могу уверить, что если бы я, допустим, поставил видео, как знаете, допустим, кефирный грибок, и на него есть специфическая аудитория, он достаточно популярен. Это люди, которые вообще им... Они считают человека, который занимается миграцией в Австралию, фриком. Просто фрик. Это, ну, странный очень человек. Но милый, если он еще там что-то покажет из этой области. Все. И таким образом, расширяя поле своей деятельности и делая очень качественные видео о тех вещах, которые не являются твоей, в общем-то, целевой аудиторией, целевой темой, в этом случае вы резко набираете количество подписчиков, резко получаете популярность, но количество просмотров все равно будет 1 к 20, и вы не получите тех людей, ту массовую поддержку, которую хотите. Максимум, что вы получите, это слушай, ты классный чувак, и все. А что толку с этого, то, что ты классный чувак? Если суметь, конечно, разбудить публику и сделать там 2 миллиона подписчиков и по миллиону просмотров каждый день, то да, вы заработаете, что там, $1000 в день, и будете жить себе припеваючи. Но это практически невозможно, когда занимаешься тем, чем занимаюсь я. Я думаю, что я ответил на вопрос, начав издалека, о том, как встретить интересы, как найти своего, как для ютубера найти своего подписчика, если хотите, как подписчику правильно выбрать своего ютубера, с которым ты будешь как одна команда.
И я думаю, что я развеял все сомнения вот этих вот ютуберов и блогеров и вообще вот этих вот гуру, скажем так, коучей, вот его, в том, что они некомпетентны. Нет, они компетентны, но у каждого ютубера, у каждого блогера есть объем, объем подписки, объем, объем просмотров, которые он может и хочет проглотить. И чтобы ты имел больше, ты должен делать то, сё, технику. На самом деле ты должен больше тратить времени и средств. Если ты готов на это, пожалуйста. Если ты не готов, становись профессионалом, и в этом случае ты достигнешь успеха. Но опять, за все надо платить. Спасибо.